Привет всем, с вами Грандер, и я вам расскажу, как заработать бесконечное количество РП или ТПшек на любом левеле, абсолютно, в игре RoboCraft. Первое, что нам нужно сделать, это скачать программу VPE Pro. Когда вы ее скачали, нажимаете «Целевая программа», ищите в этом списке процесс RoboCraft, нажимаете «Открыть». Дальше, что вам нужно сделать, это вступить в бой. Вот, мы уже в бою, следующее, что нам нужно сделать, это нажать «Play», галочку «Play». У вас начинается считывание пакетов игры. Так, что вам нужно делать? Во-первых, вам нужно кого-нибудь или нанести урон, то есть отнять некоторое количество ЦПУ, или убить просто противника. И чем больше, тем лучше. Чем больше вы сделаете выстрелов по противнику, чем больше вы их убьете, тем больше шанс, что будет нужен пакет. Мы одного уже убили. Да, кстати, также можно поднимать и левел в игре. Так, сейчас еще найдем жертв. Еще одного убили. Почти. Так, промазали. Ну, нам, в принципе, два фрага хватит. Все, в принципе, пусть убивает. О! Ладно, спасли, но все равно нужно умирать. Дальше, что вы делаете, это останавливать его VPE Pro. И выходите из боя. После того, как вы вышли из боя, ищите нужный нам пакет. Их всего, наверное, три будет. То есть сейчас вам покажу примеры пакетов. Первый пакет — это Ward Kill Chain RP. Это убийство ваше, то есть это накручивает убийство. За один бой вы можете сделать до 1200 киллов. Следующее — это Coups Destroyer Abbot. Это попадание по противнику, то есть когда вы попадаете по противнику, у него вычитается ЦПУ. За это дают и РП, и опыта. То есть вы нажимаете, например, правой кнопкой, нажимаете «Отправка», заходите в более высокий тир. То есть, например, у меня есть 7-й тир. Это та максимальная, пока мне что могут давать этот РП и опыта. Вы нажимаете сюда, ставите непрерывные, и таймер где-то около 300. 200 и меньше не ставьте, может, короче, не засчитать. Может вылететь игра просто. Дальше, что вы должны сделать, это тоже опять начать бой. Что оно делает? Оно отправляет пакеты серверу, и поэтому он засчитывает и киллы, и нанесенный урон, и еще там что засвечивание на радаре. От радара, точнее. Так, как вы поняли, тут вот еще. Award Protect Teammate Bonus. Teammate Bonus. То есть, что оно делает? Когда вы засвечиваете противника, вам прибавляется и опыт, и РП. Это тоже можно использовать. То есть вы нажимаете правой кнопкой, отправка, ставите таймер, там 300 я постоянно ставлю, непрерывные. Так, сейчас вам скажу, что дальше можно сделать. Я пока поставлю. Так, 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 так. Сейчас скажу, что я поставлю. Чуть ниже. Вот, Coups Destroyer. Ставим опять таймер 300. Непрерывные. И вот, как вы зашли в игру, нажимаете play. Все, пакеты отправляются. Теперь вам осталось просто играть. То есть, когда вы даже умрете, все равно пакеты начнут отправляться. Но это, как бы сказать, лучше не умирайте. Лучше там постойте на базе, покрутитесь, поохраняйте ее. После того, как вас убьют, вы остановите уже подачу пакетов. Так, вот мы играем. То есть пакеты тоже зависят от того, то, что вам нужно. Если вам нужны киллы, то есть это РП будет и звезды, ТПшки точнее,
то вы отправку этих начинаете. Если вам нужны, например, только РПшка, то вы отправляете только кубы. Может, ты отойдешь? Он что, не видит, что ли, что я тут рядом с ним? Походу нет. То есть можете тоже поубивать пока за бой. Или что-то еще сделать. Полезное для команды. Можете пойти захватить. А, вот так, да, кстати, тот же пакет есть из-за захвата базы. Назад, 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 назад. Так я, наверное, с ним не выиграю бой. Поэтому я отсюда уезжаю. Я его потихонечку выношу, пока он за мной гонится. Да, кстати, захватывают уже базу наши. Молодцы. А, нет. Надо перевернулся. Как видите, уже отправилось около 500 пакетов. Все, наша команда выиграла, мы не умерли. Что вы должны делать? Быстро нажать стоп. Вот, как видели, 543 пакета отправилось. И смотрите наш результат. Так. Игра может, конечно, заглючить, вы должны немножечко подождать. То есть, вот, как вы видите, у нас зачлось где-то около 34 тысяч нанесений урона, около 25 тысяч РП. Чем больше пакетов вы отправите, тем больше будет вам денег. То есть, например, вы стреляете по противнику. У него осталось там 3%, вы вынесли 97%. Именно этот пакет нужно найти вам, как-нибудь постараться. Потому что за него дают большее количество РП и опыта. Как видите, 78 левел чуть-чуть апнулся, и у нас уже 165 тысяч РП. Всем спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Скоро будут новые гайды. Yeah.